Суд Генуи сегодня оставил под арестом Игоря Маркова, члена комитета по спасению Украины. Заседание было закрытым. И вот первые кадры из Италии. Маркова под конвоем выводят уже после решения суда. Однако вопрос об экстрадиции сегодня не рассматривался. По закону украинской стороны есть 40 дней на предоставление доказательств. До этого момента Марков останется в тюрьме Сан-Ремо. Попасть на сегодняшнее заседание очень хотели радикалы, Мосийчук и Лозовой. Они специально приехали, чтобы добиваться выдачи Маркова к Киеву. С этой же целью в Генуи вроде бы отправлялся и Лешко, но не доехал, задержался на курорте Капри. Ну а в Москве соратники Маркова по комитету спасения Украины провели акцию итальянского посольства. Представитель дипмиссии, получивший петицию от участников пикета, пообещал донести ее до официального Рима. Напомню, киевские власти разыскивают Маркова по статье хулиганства за потасовку в Одессе 8-летней давности. При этом украинский суд уже неоднократно дело прекращал. Сам оппозиционер называет происходящее преследованием по политическим мотивам.